Удивительно, но сегодня Инстаграм, похоже, впереди планеты всей. Инстаграм сегодня подключился первый. Ждем, сейчас подключится Фейсбук. Доброе утро всем. 9 утра традиционно. И мы с вами встречаемся в наших утренних эфирах. Все, похоже, меня Фейсбук видит. Сейчас мне нужно только получить подтверждение, что меня видно, слышно. Инстаграм немножечко тихонечко терпим. Похоже, меня... Так, видно меня? Меня видно? Люди, в смысле, люди, которые смотрят меня в Фейсбуке, видно ли меня, слышно ли меня? Ага, все, кажется, есть надежда. Доброе утро, все, видно, меня видно везде. Это не может не радовать. Всех приветствую. Рада вас видеть. Традиционно 9 утра. И мы с вами по утрам общаемся в утренних эфирах. Жду, чтобы вы немножечко присоединились, подтянулись. У нас сегодня третья часть, я так думаю, завершительная третья часть того, третья часть темы, почему люди саботируют свой финансовый рост, а на самом деле, почему люди саботируют реализацию своих целей. По большому счету, поскольку все эти шесть этапов, шесть основных блоков, о которых мы с вами говорим, все эти шесть этапов, они человек их проходит, либо застреет, да, не только в контексте финансовых блоков, но и в других контекстах реализации своих целей. Мы успели с вами поговорить за прошедшие там два эфира, доброе утро, мы с вами разобрали за прошедшие два эфира всего три блока, да, и у меня на сегодня амбициозные планы еще три блока за этот эфир разобрать. Блоки для тех, кто не смотрел предыдущие эфиры, вернитесь, посмотрите, вам будет понятнее, о чем мы говорим. Плюс там есть инструменты, как эти блоки преодолеть по каждому блоку. Напомню, немножечко освежить просто в памяти. Мы говорили о том, что есть этап захотеть, и некоторые люди по разным причинам не позволяют себе хотеть. Мы говорили о том, что есть этап позволить себе, да, я давала там техники, которые могут помочь с этим этапом справиться. Есть этап позволить себе, да, то, что уже захотел, и я давала причины, почему люди не позволяют себе, как с этим справиться, как это преодолеть, и этап притянуть. Вчера мы много времени уделяли этапу притянуть, этапу о том, как, по сути, материализовать, да, сделать какие-то творчества в чистом виде. Мы говорили о том, что это реализация, это конкретные действия во внешнем мире, которые приводят к реализации, собственно говоря, желаемого, того, что хочется, то, о чем заявлялось в намерении. Да. Это были те три этапа, которые мы разбирали прошлые два дня. Сегодня мы будем говорить с вами о следующих этапах. Их тоже три. Один из них прям коварный-коварный, но как на мой взгляд. Я говорила о том, сейчас тоже еще повторюсь, о том, что на каждом из этих этапов есть 9 основных причин, почему человек на этом этапе может застрять. Да, первое – это, просто напоминаю, первое – это та часть меня, которая ответственна за реализацию. У нас у всех есть свои, у нас у всех есть разные роли, разные грани, через которые мы взаимодействуем. Вот та часть меня, которая ответственна за реализацию конкретного этого запроса, и что с ней происходит, там могут быть разные состояния, она может быть повернута, в смерть, она может быть повернута в предков, она может быть повернута куда, в какую-то старую историю, да, но не быть развернута к запросу. Это может быть проекцией, когда вы запрос, когда вы деньги, например, путаете с кем-то, выстраиваете взаимоотношения с деньгами, как если бы это был кто-то другой, да, либо у вас стоит за деньгами что-то. Надо сделать этот эфир тоже. Это может быть травма, это может быть лояльность, преданность кому-то из родовой системы, из-за которой вы не можете, да, не можете пойти в действие, либо не можете пройти этап. Это может быть переплетение, это когда вы проживаете не свою судьбу, а судьбу какого-то своего предка. И тогда, соответственно, вы не свободны для своей судьбы. Это могут быть вторичные выгоды, да, те неосознаваемые бонус-плюшки, которые
из-за которых вы бессознательно отказываетесь пройти этап и реализовать запрос. Это могут быть системы убеждений, это может быть ассоциация. Ассоциация, доброе утро. Ассоциация – это нелогичная склейка, да, двух состояний, например, ну, не знаю, например, деньги равно одиночество. Да, и вот если у человека есть такая прямая ассоциация, деньги равно одиночество, то человек бессознательно будет всячески саботировать и спасать себя от одиночества путем дефицита, путем финансового дефицита. Это может быть кармические узлы, либо инкарнационные заряды. Наверное, если будет запрос, я об этом рассказывала, но если будет запрос, расскажу об этом подробнее еще. Да, и есть девятые. Все вот эти предыдущие пункты, со всем этим работает КЭСов «Грани денег». И есть девятый еще пункт, который в КЭСов я еще не впихнула, вот думаю, как это сделать. Это различные паттерны, да, различные травмы развития, которые на телесном коде, на телесном уровне создают паттерны поведения, программы поведения, либо помогающие двигаться, либо, раз уж мы про препятствия, препятствующие двигаться. Да, я рассказывала, в каком возрасте формируется отказ от желания, в каком возрасте формируется обесценивание и непозволение вот себе. Я рассказывала вчера очень много, в каком возрасте формируется способность системно двигаться к своим целям и реализовывать их, да, не долго лежать на диване, либо впоследствии сильно рвануться и, ну, да, откатиться назад. Это вот краткое содержание предыдущих двух эфиров, которые мы с вами проходили. Следующий этап, четвертый этап, это усвоить, это не слить. Что значит усвоить и не слить? А ну-ка напишите мне, встречали... Вообще, давайте не так, мне ничего еще не пишите. Ну, кроме «доброе утро» для тех, кто присоединился. Усвоить. Есть два... Усвоить – это такая, знаете, вот с этого этапа начинаются двусторонние монетки. С этого этапа начинается, с этапа «усвоить» начинает... Ух ты, что же у меня там такое написано? Начинаются двусторонние монетки. Потому что усвоить – это не сливать, да, ребеночек покушал, что-то он оставил в себе, что-то он, простите, срыгнул. Так вот, не срыгивать, не сливать. И здесь два момента. Кто-то сливает деньги, вот просто деньги, увеличивал доход увеличился, не знаю, да, и вроде появилось чуть больше денег, и... Машина поломалась. Да? Теперь все эти деньги благополучно нужно отдать на починку машин. Работал, увеличивал деньги, получил чуть больше денег. Не знаю, мечом кто-то в окно попал. Да? Нужно окна. В больницу, не дай бог, кто-то попал, туда уходят деньги. То есть деньги начинают уходить не на увеличение уровня жизни, а деньги начинают уходить на тушение возникших пожаров. И некоторые люди говорят: хорошо, что я заработал чуть больше, да, у меня теперь есть чем этот пожар потушить. А я иногда спрашиваю: как ты думаешь, а возник ли бы этот пожар, если бы чуть больше ты не заработал? Потому что, увы и ах, бывает так, что человек, приближая своему финансовому потолку, да, не позволяя, имея определенные блоки, которые мешают на этот новый уровень жизни выйти, излишки, в кавычках, начинают сливать. Да? Заработал, слил. Заработал, слил. Это один момент. Да, у него есть одна причина. Еще раз, 8 я проговорила. Я не буду сейчас эти 8 разбирать. Мы будем разбирать 9-ю, которую не, да, с которой не, нету в КЭСов. Если вам интересно, чтобы мы поговорили про все 8 предыдущих, напишите мне, я сделаю эфир про это тоже. Мне кажется, что про это я уже рассказывала. Так вот, и второй контекст, второй вид, второй случай слива, да, это когда человек сливает не деньги, а сливает возможности.
Потому что деньги, ну, во-первых, деньги никогда не про деньги, да, это понятно, да, я часто об этом говорю. А во-вторых, деньги приходят возможностями. Вот увеличение дохода приходит не купюрами, а увеличение дохода приходит возможностями. Деньги потом уже материализуют, как энергия обмена материализуется. Сейчас прочитаю. О, да, это про нас. Как только получили деньги, сразу заболевание или что-то сломалось. Да, это первый вид снятия, это первый вид слива денег. Я сейчас объясню, что один из таких телесных паттернов, что за этим стоит и что с этим можно сделать. Второй вид важно. Вот этот вот момент важно понимать. Деньги не приходят деньгами. Деньги, если вы, деньги приходят деньгами на том уровне, на котором вы привыкли с ними взаимодействовать. Если вы говорите новые деньги, увеличенные деньги, да, деньги, которые, ну, вы, к которым вы стремились, они приходят возможностями, они приходят идеями. И дальше у человека появляется выбор эту идею взять, реализовать и вытащить оттуда деньги, либо эту идею, как бы это помягче сказать, отставить в сторону, обесценить и продолжать ждать деньги. И продолжать ждать деньги. Так вот, некоторые люди сливают возможности. То есть сливают деньги не тогда, когда они уже начали появляться, а на этапе, когда они только к ним подошли. Объясню. Человек хотел, супер, как там, работал над собой уже, да, сформировал тот уровень желания, когда импульс сил действия появились. Разрешил себе, говорит, да, окей, мне магия, ну, положено, да, я знаю, чем я буду за это платить, вообще я уже все уплатил. Да, можно идти, знаю, как буду реализовывать. Да, пошел в реализацию и начинает действовать, начинает делать какие-то движения, я не знаю, искать дополнительную работу, создавать новый проект, делать финансовую растяжку, да, начинает делать какие-то действия. И вот он начинает делать какие-то действия, ждет деньги, ну, из какого-то одного канала. Сейчас, секунду. И ждет деньги из какого-то одного Инстаграм терпим, Фейсбук тоже. Секундочку, я подправлю это дело. Yes. Ждет деньги с какого-то одного канала. И тут приходит к нему, встречает как там нового знакомого, старого знакомого, да, уже сейчас не принципиально, кого он встречает, ему этот знакомый говорит, ты знаешь, я как раз собираюсь сделать проект, а давай вместе. Да? И человек говорит, знаешь, наверное, нет, потому что я тут сейчас занят вот чем-то там, медитирую я сейчас на деньги, жду я. Да, или говорит, да, в результате ничего не делает. Или, ну, то есть не использует, ему деньги в виде возможности пришли, человек эту возможность слил. Или договорились о чем-то, да, и обязательства не выполнил. Или родилась идея, но эта идея воплощения в жизнь не получила. И вот эти вот два, это на самом деле две стороны одной и той же медали. И то, и то слив. Просто кто-то сливает уже деньги, кто-то сливает возможности. Первые 8 причин повторять, почему это происходит, не буду. Да? Еще 2, про которые мы не говорили. Если идет речь про слив, тогда здесь есть 2 аспекта чисто телесных, да, когда чисто телесных. Никогда тоже тело не про чисто телесных, да, но с точки зрения телесных паттернов, вот то, что происходит с телом. Ведь на самом деле, ну, тело вообще нельзя снимать со счетов, потому что мы принимаем решения, проговариваем эти решения телом, да, действуем, либо не действуем телом, либо мы говорим словами через рот, как-то у нас проходят какие-то мыслительные процессы, это все происходит в теле. Так вот, в теле есть 2 таких чудесных функции, эго-функции. Заземление и контейнирование. Контейнирование – это тот уровень, тот объем эмоций, энергии, да, денег в том числе, как следствие. Деньги всегда следствие, который человек может в себя поместить,
да, такая емкость, энергоемкость человека, который человек может в себя поместить и этим управлять, не сливать. Да, знаете такое состояние, почему иногда говорят, нельзя много смеяться, плакать будешь. Почему? Вроде бы глупая примета, но на самом деле у этой глупой приметы есть определенный смысл. Потому что когда человек переполняет, человек с небольшой функцией, с маленькой функцией контейнирования, с небольшим, ну, проходным потоком, да, проходным каналом. Если человек такой начинает слишком эмоционировать, у него эмоции вот здесь, да, у него где-то вот грудь и выше, он весь, он бурлит, он вот этим всем бурлит, и он начинает как будто выплескивать. И он выплескивает, но когда уже идет выплеск, знаете, да, вот полная чашка, и если начать ее как-то, да, выплескивается не только то, что сверху, а выплеснуться может, там полчашки может вылететь. И тогда человек выплескивает слишком много энергии, выплескивает ее так, что начинает выплескивать свой ресурс в том числе, да, то есть то, что было до того, как все эти эмоции появились. И в результате его ресурс резко проваливается, да, и он впадает в какое-то грустное состояние, либо что-то как будто бы происходит, и он начинает, ну, условно плакать, да, он начинает грустить. То есть такая качель происходит. Это о том, что у человека уровень контейнера не хватило, чтобы все эти эмоции, все эти состояния, всю эту энергию погрузить в себя, да, переработать, прожить и, да, и сделать частью своего ресурса. Он выхлестнул. То есть его уровень, его контейнер был небольшой. С финансовой энергией так же само, да, так же само. Доброе утро. Всех вижу, всем рада. С финансовой и денежной энергией так же само. Если у человека контейнер небольшой, если функция контейнирования не развита, она начинает развиваться, вообще-то контейнирование начинает развиваться с очень раннего возраста, уже с потребностью. С первого месяца жизни, да, когда раскрывается грудь постепенно, когда первый вздох, это, да, первое раскрытие, это во время рождения первый вздох, и впоследствии потом есть определенные этапы развития, через которые проходит ребенок, который увеличивает его, развивает его контейнер, его способность пропускать через себя и регулировать, не просто быть шлангом, да, а пропускать себя и управлять определенным уровнем энергии. С финансовой энергией то же самое. Если у человека небольшой контейнер, если функция контейнирования не развита, то как только появляется, да, чуть-чуть больше, оно начинает выхлёстываться. Это упражнение, которое мы делаем на раскрытие грудной клетки, да, я просто вижу, уже подсоединились те, кто у меня в социальном ужасе. Мы делаем на раскрытие грудной клетки, на раскрытие диафрагмы, на раскрытие полости, пространства, места внутри себя. И вот это вот увеличение места внутри себя позволяет, является таким, знаете, полостью, да, пространством, который позволит, метафорическим пространством, который позволяет вмещать в себя больше ресурса, денежного ресурса в том числе. То есть вот этот слив, он по сути, доброе утро, приветствую, этот слив, он по сути имеет на самом деле, то есть в самом глубине своей имеет очень телесный аспект, имеет конкретно мышцы, которые за это отвечают, включая, внимание, не накачивая, это не, да, включая эти мышцы, которые, я так думаю вообще, что в ближайшем будущем, уже к следующему потоку, в августе, я сделаю онлайн КЭСов, и там будет обновленный вариант, и туда уже вот эти вот телесные упражнения тоже будут включены, ну и, соответственно, все ведущие получат апгрейд. Когда дается упражнение, да, на увеличение еще и телесных, не только ментальные проработки, а телесные проработки. Еще раз, мне очень понравилось, услышала эту фразу от Димы своего, когда мы говорили про телеску, он выдал очень чудесно, он сказал, душа без тела – это призрак, а тело без души – это труп. И вот только вместе действительно могут быть сильные, яркие результаты, жизненные, да, только вместе – это живой человек, когда душа вместе с телом. Одно без другого
когда работают только на уровне души, не включается при этом тело, это призрак. Вот этот призрак, который тяжело материализовать. Да, когда тело без души, ну, это труп, тот уж дальше вообще без комментариев. А, и только вместе это дает хороший результат. Так вот, подходя к душе, сколько времени можно? Да, про призрак. Возвращаясь к призраку, вторая эго-функция, которая в этом этапе очень важна, это заземление. Это заземление. Это взять идею и ее материализовать. Да? Это увидеть возможность взять ее, сделать ее материальной, сделать ее живущей, сделать ее живой. Это заземление идеи. Функция заземления идеи, она тоже с очень раннего возраста формируется. Это способность человека быть в абсолютном контакте с телом здесь и сейчас. Причем не только не на уровне головы, а на уровне полного контакта. Если я вас сейчас попрошу ответить, не обязательно писать для себя вопрос, да, ответить, что сейчас чувствуют ног, да, что сейчас чувствует, как вы чувствуете сейчас ногти на пальцах ног, этот вопрос может вызвать у вас удивление, потому что если вы слушаете меня, да еще и вдруг параллельно занимаетесь еще чем-то, вы вряд ли до моего вопроса вообще помнили, знали, ощущали пальцы ног и ногти на них, на своих ногах. Правда ведь? А ну-ка напишите, кто до вопроса ощущал, да, вот прям ощущал себя в теле и ощущал ногти на пальцах ног. Если кто-то такой. Прекрасного всем дня. Привет, Варвара. Угу. То есть человек чаще всего, особенно когда занимается какими-то вещами, какими-то делами, он находится больше в голове, он теряет контакт с телом. И вот этой материализации, да, не происходит, человек сливает. Идет просто слив. Следующая функция только на больших ногах. Это до вопроса или это после вопроса? Ни разу не ощущала ноги. Угу. Ни разу не ощущала. Там был дискомфорт. Ага, дискомфорт привлек внимание. Супер. Ну, то есть не супер, что был дискомфорт, но хорошо, что вы чувствуете, имеете контакт. Каждое утро самомассаж стоп делаю. Это отлично. Это прям важно. Причем в идеале тело ощущало, ногти нет. Ага. Причем в идеале после вопроса. Да, после вопроса. А все остальное время в голове. Да, я вас спросила, кто помнил, кто ощущал свои ноги и ногти на ногах до вопроса, до того, как я спросила. Каждое утро самомассаж стоп – это прям супер, прям мега круто, особенно если вы разминаете минут 5 одну стопу, потом становитесь на ноги, чувствуете разницу между ногами и потом только вторую. Да? И вот это вот «нет, я смотрю и готовлю обед». Ага. И это про то, что мы часто, занимаясь какими-то делами, бываем не в контакте с телом. А материализовать, не слить возможность, а материализовать ее и материализовать результаты мы можем только на тот процент, на который мы в контакте с телом. Если тело – это инструмент материализации души, тело – это инструмент материализации души, то деньги – это инструмент материализации энергии. Мы через деньги материализуем энергию обмена. Любая энергия приходит на каком-то этапе к обмену, трансформации. И деньги – это посредники, которые в этом обмене помогают материализовывать эту энергию. Мы можем материализовать столько, сколько мы в контакте со своим материальным телом. Прямая зависимость. Тоже делаю массаж ног утром, вот теперь стопами. У стопами очень важно заниматься, потому что в стопах находятся все структуры характера, проекция всех структур характера. И стопы – это первая, одна из первых мышц, которая включается у ребеночка при рождении, при выходе в этот мир. Он через стопы идет заземление. Поэтому стопы – это прям удивительная штука, которую очень-очень рекомендую заниматься. Да и вообще, на самом деле, тело, я не перестаю удивляться. Я уже не один год с этим работаю. Я не перестаю удивляться тому, как тело разговаривает и как какую-то мышцу, включая, либо сказав какой-то мышце фразу правильную, да, меняет у человека состояние, а из измененного состояния начинает меняться
меняться жизнь, да, потому что из другого состояния принимаются другие решения дают другие результаты. Посему тело в финансовых вопросах тела отнюдь не маловажно. Это был четвертый этап, о котором мы говорили, да, этап не сливать. Еще раз, тот сливает деньги, тот сливает возможности. И это функция либо контейнирования, либо заземления, в идеале и та, и та. Пятый этап, пятый блок, да, который, из-за которого человека может включиться сопротивление к увеличению дохода. И в принципе сопротивление к увеличению, сопротивление к реализации цели. Чуть не забыла слово. Представляете, что у меня с самого утра. Я словила себя, что доверяю своему телу, и это офигенно. Гринета, это правда офигенно, круто. Вот прям да, прям очень круто, прям радуюсь. Проявиться, мой любимый, один из моих любимых этапов, у меня два самых любимых этапа, это притянуть и проявиться, они немножечко связаны. Проявиться, тоже двухсторонний, тоже такая, знаете, медалька о двух сторонах. Проявиться, этап проявиться. Один момент проявиться – это выйти и заявить о себе, это проявить в социуме. Это на самом деле все то, к чему мы готовимся, с чем мы работаем в социальном мужестве. Да, когда мы начинаем от самого раннего, от того, как ребенок проявляется в мире, как ребенок проявляется в мире, вот самое его первое проявление какое? А ну напишите, ну по идее это все знают, на всякий случай. Как ребенок проявляется в мире? Знаю, что есть небольшая задержка, хотя, вот, я поняла, вот тут вот задержка есть. Потому что я смотрю на экран и понимаю, что плач, правильно, он кричит голос, да, он начинает о себе орать, он плачет, да, но он кричит, крик. Да, вот начинает вот первый момент проявиться, заявить о себе, да, это начать о себе кричать. Да, вот начиная от того, как ребенок проявляется, да, и до уже там отстаивания своей позиции, предъявления своей позиции, отстаивания, крик, конечно, крик, да, ребенок проявляется криком. Так вот, первый этап – это проявиться, это заявить о себе в социуме. Если вы хотите денег, да, идите к людям. Это не я придумала, но это золотое правило. Деньги у людей. Если вы хотите денег, идите к людям, заявляйте о себе, договаривайтесь. И это говорить, это кричать, это заявлять о себе. Это говорить, эй, вы, идите сюда, а у меня тут для вас только вкусного есть. Я вот чуть-чуть утрирую, да, но это не просидеть тихонечко. Не просидеть тихонечко и ждать, когда меня мой клиент найдет, а я от него хорошенечко спрячусь, прикроюсь так, чтобы еще поискал, да? Это вы хотите говорить о себе, это заявлять о себе. И здесь очень у многих людей затык, причем выходить и заявлять о себе не только в финансовом контексте, да? Мы берем преимущественно финансовый контекст, но, опять же, задача, да, все те же самые этапы, те же самые этапы в любых контекстах. Вспомнила крик своего сына, ух, какой маленький и мощный, да, Гринета, у меня сын тоже, когда везли, ну, я рожала старшего еще тогда, когда детей забирали и потом там их развозили на кормление, да, развозили на кормление. И когда везли деток на кормление, бас моего старшего сына слушал, ну, все отделение узнавало, говорит, Светка, твоего несут, везут. Ага, и вот у них, у деток, они, у них еще нету всех этих блоков, да, они заявляют о себе, о том, что я здесь есть, да, я имею право быть, да, есть, да, я здесь есть и хочу есть. Угу. Так, о чем я говорила, да? Это один момент. Второй момент про навык, так, про деньги, да, и про другие цели. И это про то, что удовлетворять мы можем свои потребности не только в контексте финансов, да, а договариваясь и удовлетворять свои потребности в контакте с другими, да, и при помощи других. Это может быть не только про деньги. Потому что в деньгах это ярче, потому что нужно выйти и заявить о себе.
Да, это один проявиться. Пойти к людям, заявить о себе крик, пойти к людям, вступить в обмен. Это вступление, первый опыт баланса в обмене зарождается у ребенка в возрасте от месяца до полутора лет. Да, когда ребенок кушает, срыгивает, берет игрушку, отдает игрушку, мама обнимает, он маму целует, идет к маме, отползает от мамы. Вот этот вот баланс во взаимодействии, да, зарождается еще тогда. Так, тоже всегда узнавала крик сына, когда деток несли на кормление. Угу. Проявиться. Ну и дальше там есть еще в социальных балансах, есть такая структура социальные балансы. Это про то, как мы договариваемся о контакте. Да, потому что можно, чтобы проявиться, надо три вещи. Три. Это, чтобы что-нибудь продать, нужно что-нибудь создать. Да? Чтобы что, не просто, чтобы что-нибудь продать, нужно что-нибудь купить. Чтобы что-нибудь продать, нужно что-нибудь создать. Чтобы что-нибудь продать, если уже создал, нужно заявить о себе и договориться. Да, можно заявлять о себе, а договариваться не уметь. Знаете, у меня была клиентка, которая говорила: Свет, все окей, все окей. Продукт крутой, знаю, верю. Рассказывать о нем могу, но как только мне клиент пишет в личку, там, можно подробности, либо да, и там, либо сколько стоит, вот в этот момент я начинаю оттягивать ответ. Почему-то. Вот почему-то не могу входить в контакт и договариваться о продаже. Кстати, люди, все, кому я не ответила, я не отмораживаюсь, я просто не успела. У меня вчера был сумасшедший день. С 6:30 была первая группа, и в 8:20 вечера я закончила, я была уже просто не в меняха, неадекват. Поэтому и сегодня у меня сейчас сразу после эфира группа, я всем отвечу по поводу денежных расстановок на картах, да, 22 мая стартует, у меня там много очень запросов на участие, много запросов по условиям, я всем отвечу, я просто еще не успела, из-за того, что вчерашний день был очень плотный, очень прям так. Сегодня тоже плотники, но сегодня я освобождаюсь раньше, я всем сегодня отвечу. То есть это не тот пример, потому что я стала приводить пример, когда коллега могла говорить все, но не могла договариваться, да, могла создать, могла заявить о себе, но не могла договариваться. Вот в этом этапе проявиться и вспомнила, думаю, Свет, я привожу пример, а по сути у самой висит там с десяток сообщений, запросов, на которые я еще не ответила. Всем отвечу. Сори, каюсь, физически не могла уже вчера поздно вечером отвечать. Да, и другой контекст, другой аспект этого же этапа проявиться, другой аспект, это проявить для себя. Это проявить для себя. Это позаботиться о себе. То есть проявиться другой, да, там два аспекта. Потому что если вы не будете проявлять для себя, вы не будете восполнять ресурс, вам нечем впоследствии будет, да, будете давать, что называется, из подсохшего бака. Для себя. Что это значит? Например, жил человек на какую там условную, давайте сам, не знаю, банально $100, цифра взята с потолка, не знаю, как можно это жить, на $100, да, $50 тратил на еду, $20 там, на 30 на дорогу, не знаю, $20 на коммуналку, ну, пример, да. И вот он работает над собой, как-то увеличивает, приходит он к 200, там, $200-$300, да. Но продолжает 50 тратить на еду, там, 20 на дорогу, да, сколько на коммуналку, еще. До 500 он уже не дойдет. У него ресурса, его энергетического баланса в обмене уже не хватит. Потому что он себе не платит. Помните, я говорила про детские деньги, про закон «заплати себе». Да? Так вот, это вот тот самый, один из тех самых моментов. Если человек не проявляет этот новый уровень жизни, да, для себя, он не может увеличивать обмен. Обмен-то я даю, и я беру. Я даю, и я беру. Если я только даю, даже если я заявляю себе «только даю», но не забочусь о своем ресурсе, тогда мне очень скоро нечего будет давать. Фейсбук, напишите, пожалуйста, что меня видно нормально, потому что у меня только что стало в Фейсбук дергаться картинка. И меня это несколько нас поднасторожило. Так,
Да, потому что то, что есть заря, то, что есть задержка, я вижу, но что-то я. Напишите, что все окей, пожалуйста. Я чуть не очень понимаю. Вроде восстановилась картинка. Ага, подвисает, таки подвисала, уже все нормально, норм в Инстаграм, норм, уже все нормально, все хорошо. То есть тогда действительно что-то подвисало. И шестой этап. Смотрите, как мы сегодня с вами, как мы сегодня с вами двигаемся-то хорошо, да? Сейчас, секунду. Ладно. Шестой этап. Шестой этап – это последний этап, когда человек, вот этих вот этапов, да, из-за которых человек может саботировать свои доходы. Последний этап, из-за которого человек может саботировать свои доходы, это измениться. Что такое измениться? Измениться штука коварная. Измениться штука коварная. Потому что представьте себе ситуацию. Измениться это тогда, когда ваш новый уровень стал для вас нормой. Он перестал быть для вас новым. Он перестал быть, а, ура, 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 получилось. Да? Например, человек зарабатывал 1000 долларов, хотел выйти на трешку, на три. Цифры условные, ни к кому не привязаны. Хотел выйти на три, работал над собой, и получилось. У него, он выходит, а делает отчет, понимаешь, что трешка у него есть. 3000 долларов он зарабатывает. Супер, круто, ура, получилось, здорово, отлично. Следующий месяц. То же самое, работал, все, три, заработал, получил. Супер, круто, ура, здорово, получилось. Следующий. Опять же, три, супер круто, ура, здорово получилось. И не приходит состояние о том, что это не супер круто, ура, здорово получилось, о том, что это норма. Я теперь так живу. Ну да, круто, ну да, здорово, но это норма. Да, это не супер круто. Супер круто – это когда я буду получать 6. Вот тогда это будет супер круто. А пока что три, ну да, окей. Я уже там полгода так живу. Мне уже с этим окей. Мне уже с этим нормально. Да? И есть люди, у которых вот этот вот, мне это нормально, не приходит. Если вот состояние о том, что мне это нормально, не приходит, тогда, если посмотреть, вот здесь такое, здесь написано, супер круто, ура, получилось, да? Если мы вот это вот супер круто, ура, получилось, отодвинемся, то здесь будет написано, да, супер круто, ура, получилось, которое не проходит, то здесь мы это отодвинули, и здесь будет написано, я боюсь, что в следующий раз не получится. И вот если есть вот этот вот, я боюсь, что в следующий раз не получится, очень велик риск отката свалиться назад. В этом шестом этапе есть слишком много, да, там в этом шестом этапе почти все предыдущие этапы включены. Он такой голографичный, знаете, когда кусочек, каждый кусочек картинки вмещает в себя все предыдущие, да. И если такое вы за собой наблюдаете, да, если вы работали, стали получать результат, но у вас все время страх, что этот результат не навсегда, не отмахиваться от этого страха, посмотреть, какие убеждения, по меньшей мере, какие убеждения за этим стоят, найти эфир там, где я давала техники работы с убеждениями, и проработать эти убеждения. Сделайте себе прививку, чтобы вы не откатывались назад, чтобы вы не сваливались назад чтобы вы не сваливались назад в свой предыдущий, да, уровень, с которого вы росли, с которого вы продвигались, с которого вы организовывали себе финансовый рост. Гораздо проще взять и проработать блоки, нежели свалиться, нежели получить в очередной раз опыт о том, что я не смог, не справился. Да, слил результат, и с каждым следующим разом будет все тяжелее и тяжелее двигаться вперед. Резюмируя. Всего 6 этапов. А теперь смотрите. Вы эти этапы проходите в течение дня многократно. Помните пример кофе? Помните, да? Я хочу кофе. Вот сегодня, кстати, кофе. Я захотела кофе. Я его захотела настолько, что была готова его сварить. То есть этап захотеть пройден, да? Я себе его разрешила. Я давно не пила кофе и подумала, что, ну, ничего страшного не произойдет, если прямо вот сегодня, да, я кофе. Есть разрешение. Я пошла, нажала кнопку кофеварки в кофемашине.
и кофе приготовила, третий этап. Да, я его перелила в чашечку себе, у меня кофеварка такая с колбой, перелила его в чашечку, да, и донесла его до себя, да, к себе в кабинет, не расплескав, не слив по дороге, не разбив чашку, не разбив колбу, козу халеву, да, есть. Я его проявляю, этап проявиться, я его проявляю для себя, я его пью, и измениться, я становлюсь той, кто кофе уже выпила, да, для которой это, ну, следующую чашку я когда-нибудь, может быть, и захочу, но не очень знаю, когда. 6 этапов, которые проходит каждый человек многократно в течение дня. Вот у меня похожая ситуация, что предстоит декрет, и боюсь скатиться назад. Боже, какая прекрасная ситуация, когда предстоит декрет. Какая вообще прекрасная ситуация. И в декрете тоже можно... По поводу... Знаете, что я вам скажу? Сейчас секундочку, или еще раз покажу. По поводу декрета. Просто запомните. Вот просто запомните это. Есть системный закон. Закон родовых систем. Ребенок, приходя с собой, приходя в систему, на энергетическом плане, приносит с собой все для выживания. Приносит с собой достаточно ресурсов для того, чтобы выжить, жить и система функционировала. И первое время, даже если может быть сложновато, да, но впоследствии ребенок дает очень часто, если не сидеть в декрете там 7 лет, да, хотя если вы захотите, то так тоже можно. Но если у вас появляется импульс двигаться, то после рождения ребенка через какое-то время идет финансовый взрыв. Это, ну, на это надо знать, на это надо смотреть. У меня с моими детьми это прям вот точно, это прям даже проверено, чем с двумя, да. Единственное, что с первым взлет пошел где-то после 3 лет, после 2 лет пошел взлет с первой. И со второй, кстати, тоже, первые два года, а потом... Так, кофе. Повторяю с кофе. Сейчас повторю не только с кофе. Давайте с кофе. 6 этапов с кофе. Поэтому вот ситуация совершенно прекрасная. Я захотела, первый этап захотеть. Я утром встала и подумала, что, кажется, я хочу кофе. Вот не чай пуэр свой любимый, да, у меня мой любимый чай, чай это пуэр. Да, а думаю, кажется, я хочу кофе сегодня. Окей, я вот хочу настолько, что я готова его пойти себе сварить. Да, ну, тем более варить, мне эту кнопку нажать. Окей, и я захотела, и я его себе разрешила. Я кофе пью мало, да, как-то в последнее время я почти отказалась от кофе. Но я его давно не пила, и поэтому, ну, я его себе разрешила. Окей, ничего страшного не произойдет, если я выпью кофе. Разрешила, второй этап. Я пошла, нажала кнопку. Да, засыпала кофе, нажала кнопку. То есть я его себе, третий этап, притянуть, я его себе сварила. Физическое действие, материализующее мое желание. Я его себе сварила. Я из колбы перелила, 4-й этап, не разлить, не слить. Да, я его перелила в чашку и принесла к себе в кабинет. Да, есть. 5-й этап, проявить. Я его проявляю для себя. То есть я кофе, да, есть проявить для кого-то и проявить для себя. Я его пью. 5-й этап. Сори, чуть для вас не проявила. А я его пью, 5-й этап. И 6-й этап, я та, кто кофе выпила. Да, 6 этапов. Так, что-то я не поняла, куда мне работать с моим сливом денег на заболевание. Смотрите, не куда вам работать со сливом денег на заболевание, а работать со сливом энергии в принципе, не только на заболевание. Работать с контейнированием и заземлением. Я давала упражнения, да, которые дышать, расширять свое внутреннее пространство и делать упражнения на заземление. Это если мы говорим про телесные контексты, да, про телесные контексты. Все остальные контексты еще 8 отрабатываются в КЭСов. Так, что здесь? Бабушка говорила, будет роток, будет и кусок. Да, 6-й этап мой. Кофе выпила, как будто не заметила. Или заработала легко и говорю себе... И говорю себе, так легко, это случайность, сама себя обесцениваю. Да, есть такое дело. Так, то есть и так тоже, да, бывает. Точно, в период беременности декрета система открывает много разных талантов человека, о которых он и не подозревал ранее. Да,
Так, с кофе тут же есть абсолютно уверенность, что кофе будет. Вон оно стоит, надо только взять. Кофе – это пример, пример, ну, просто пример шести этапов на самом деле. Если у вас есть ограничение о том, что денег нет, то его стоит просто проработать. Потому что денег на самом деле тоже валом, надо только взять. Денег валом. Денег много. В мире очень много денег. Их захотеть взять, разрешить себе взять, притянуть все те же самые шесть этапов. Просто если у вас есть убеждение, что и кофе вот стоит, а деньги не стоят, ну, то проработайте это убеждение, вы начнете видеть возможности их брать. С деньгами никакой разницы. Ну, так, что еще я вам хотела сказать? Еще один пример, один из моих любимых, да? Я вам приводила, по-моему, вчера или позавчера, да, захотеть в туалет. Те же шесть этапов, люди, те же шесть этапов. Вы сидите и думаете, хочу я в туалет или не хочу. Ну, это так, то ли хочу, то ли не хочу, да, то ли хочу, то ли могу потерпеть. То ли хочу, то ли не хочу. Но приходит какой-то момент, когда вы точно знаете, о, я таки да, таки точно хочу в туалет. И вот когда вы точно хочу, у вас нет сомнений, хочу ли я ли хочу, да, этого ли я хочу, вы точно знаете, что вы хотите в туалет, вот это вот хочу. Следующий этап, позволить, да, я вот сейчас закончу эфир или позволю прямо сейчас прерваться и побежать, я закончу диалог или прямо сейчас пойду, да, я закончу, я пойду сейчас или досплю до утра, например, позволить. Следующий этап, да, дай ползти до туалета, дойти до туалета, притянуть это прекрасное событие. Следующий этап, ну, не разлить по дороге или не выронить по дороге, тоже понятно, да, не сливать, ну, в смысле, не в прямом уж смысле, да, а, проявиться, это, собственно говоря, ну, сам прекрасный процесс освобождения от всего того, что до туалета успели дотащить, и измениться, довольный, удовлетворенный, расслабленный, выйти из туалета с тем, что, ок, здесь я уже был, да, все те же шесть этапов, понятно, все те же шесть этапов. Еще раз, если есть установки, если есть убеждения о том, что деньги – это тяжело и тяжелым трудом, о том, что денег у людей нет, денег в мире мало, денег еще что-то, welcome, найдите, пожалуйста, эфир, там, где я показываю, даю техники, их несколько, пересмотрите, выберите удобную для вас технику, проработайте, измените эти убеждения, и вы обнаружите, что ваша реальность начинает меняться. И вы обнаружите, что возможностей сделать деньги, либо взять их в мире, у мира, в обмене с людьми, море, море морей, их много. Но да, для этого придется, не без того, для этого придется встать, захотеть, встать, притянуть, не слить, да, проявиться и уже в новой своей реальности измениться и быть частью ее. Это было все, что я вам хотела сказать на этой неделе, и все, что я вам хотела сказать на сегодня. Мы таки, да, героически закончили эту тему. Делитесь, пожалуйста, эфиром со своими друзьями, со своими знакомыми, делайте, нажмите кнопку репост, делайте перепосты. Мы с вами встречаемся в понедельник. Мы с вами встречаемся в понедельник традиционно по будним дням в 9 утра. Анонс эфира. Думаю, что будем говорить с вами о кто кому, отцы и дети, кто кому чего должен. Но, собственно, анонс всем на следующую неделю, как обычно в субботу либо в воскресенье я выставлю. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите осветить, темы, на которые вы хотите поговорить, welcome, пишите мне. Я их включу в свой контент-план. С вами это все на сегодня. Вам хороших выходных. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Те, кто у меня в социальном ужасе, готовимся. Через 10 минут начинаем работать над контейнированием, заземлением и удовлетворением своих потребностей. Все. Всем пока. Жду вас в понедельник в 9 утра.